Добрый день, уважаемые коллеги. Хочу снова поприветствовать вас в качестве участников очередной Московской школы гастроэнтерологов осеннего сезона, которая проходит в эти ноябрьские предзимние дни. И, безусловно, для тех участников, которые уже не первый раз подключаются к нам и слушают наших замечательных лекторов, и для тех участников, которые это делают впервые, я хотел бы обратить внимание на то, что мы всегда стараемся в этих сессиях знакомить аудиторию с наиболее актуальной и проверенной информацией, касающейся патогенеза, диагностики и лечения заболеваний органов пищеварения. Вы знаете, конечно, что гастроэнтерология – это раздел медицины, который рассматривает множество различных органов и систем, и каждый из этих органов характеризуется своими особенностями, особенностями организации, особенностями биохимии и физиологии, особенностями повреждений. И поэтому всегда программы таких мероприятий, они чрезвычайно насыщены разнообразной синтетической информацией, требующей от вас знаний большого количества различных фундаментальных и прикладных дисциплин. Мы стараемся, конечно же, сделать эту информацию максимально доступной, не упрощая тех вопросов, которые освещаем. И вот нынешняя школа, она тоже, в числе прочего, преследует такие цели, и поэтому я, конечно же, призываю всех участников внимательно и систематически участвовать в отдельных мероприятиях сформированной программы, поскольку это позволит вам наиболее полно получить информацию, которая закладывается организаторами школы в качестве основной идеи. И одновременно призываю вас активно участвовать, задавать вопросы, не стесняться, потому что цель этой школы – это, конечно же, научить вас. И лектора, они тоже учатся, потому что, готовя материалы, общаясь с вами, отвечая на ваши вопросы, конечно же, мы тоже совершенствуемся. И вот это знаменитое латинское изречение «Docendo discimus» – «обучая обучаемся», оно, безусловно, абсолютно справедливо для нашей школы. Я желаю всяческих успехов ее участникам. Спасибо.